пошел. Как бахнуло. Так, смотрите. Аккумулятор здесь стоит 2000, 2 ампера. 3,7 подключен сюда. Вот такой динамик здоровый. С магнитом таким большим. Вот такая вот внутряночка у этого приемника. Хороший паяльник, мне понравился. Неплохо паяет, заряжается от Type-C. Вот такое жало. Можно пропаивать. Вот эти контакты сейчас пропаяем. Вот. И тут я еще нашел тоже небольшие артефакты. Как холодная пайка. Ну, косые есть косые. Здесь контакта особо не было. И здесь тоже было такое, короче, подкорачивало немножко. Ну, это Китай, ничего не поделаешь. Сейчас будем паять. Так, разобрали. В общем, вот и весь приемник. Тут, по-моему, меньше приемник, чем у меня. Хотя, просто у меня на все на одной плате тут расположено. А здесь прошивочный этот модуль. Дисплейный здесь, на этой стороне, это на морде. Ну, а сам приемник... Кстати, тут вообще не предусматривался никакой ВЧ, как у меня ВТС. 20 плюс, но там тот УВЧ был до одного места, и он был выброшен. Вот. Значит, сейчас пропаяем, возьмем паяльничек, где он тут, господи боже. А вот, вот такой паяльник хороший. Вот так включаем его. Зеленый, синий, красный. Красный — это максимальная температура. Кстати, хороший. Так, послушаем сейчас. Принимает. Сейчас попробуем семерку послушать. Берем хэм и 40 метров. Сейчас попробуем. Частота срача. Сейчас я поменяю вот, кратность. Да, все сказать прекрасно. Да, сейчас всегда выражу 40. Неплохо принимает. Потом на 21 мегагерц на 40-ке. Ну, естественно, на 40-ке.
Лучше нажимать автоматическое усиление AGC. Сейчас посмотрим тройка. Блять, не то. Не то сейчас. Хэмбенд. 80-ка это у нас. Вот. Тоже проходит, на. Есть. Интересная шарабайла. Так, а ну бенды. Сейчас. Вещательный. Прикольно, что здесь пресс это есть. Установки. Пролазят, видите, это FM диапазон, тут фильтра надо ставить, это лезет FM диапазон, ну это нормально для этой микросхемы. Так довольно неплохой приемник относительно. Короче, как всегда, вот у них болезнь, у этой микросхемы. Тут на вход надо ставить на короткие фильтр, который будет отрезать 80-88. Потому что если вы слушаете в городе, а наш фильтров на входе не имеет микросхема, да, и она принимает, короче, всю дрянь с FM диапазона, тем более антенна такой длины. И забивают, бывают короткие. То есть я уже с этим сталкивался. Поэтому если вы хотите улучшить прием на КВ, вам надо ставить именно фильтра, который будет обрезать 88-108 МГц. Тогда у вас КВ будет более-менее хорошо принимать. Ну как-то так.